Ну, друзья, товарищи, добрый день. Мне сегодня так повезло. Я вот такую памятную медаль получил. Железная дорога. А к чему она? Она посвящена 75-летию голландских железных дорог. Ну, нидерландских, конечно же, конечно же. 1839-1914. Тут карта железной дороги 14-го года. И, в общем, написано Холландце Айзерен Спорвех Масхапай. Голландская. Айзерен — это железная. Спорвех — это, ну, железная дорога. Масхапай — это объединение. Ну, типа, тогда уже было, типа, объединение. Ух, красиво такая фраза. Тут, конечно, вообще полный абзац. Это Коунлика Утрехтсе фабрик, ну, королевская фабрика города Утрехта. Фан Зилверекен, серебряных работ. Фан от Ц.Е. Бехир. Значит, ну, это, конечно, фамилия того, чья фабрика, да, этого господина. И написано «Le Monsieur», значит, он подает, значит, продает городу Гаги, Утрехту и Амстердаму. Просто обалдеть. Вот просто вот отвал башки. Ну, тут вот это, вот эти две, это одинаковые. Просто одну я положил одной стороной, другой другой. Тоже красота. Это тоже повесть, электрификация, это керамика. Интересно, номер 108. Это вообще номер 38 с серебром. Ну, тут просто можно поржать. Еще ее сделали как колесо. Это Россия. Ну, сами видите. 73-й год, год моего рождения. Я вот 73-е года люблю, покупаю их, блин, все время как дурной, ну. Ну, тут вообще, это вот подписание пакта сдачи Германии в Первой мировой войне. Правда, потом Адольф пригнал тот же вагон на то же место. Даже железную дорогу-то выложили. И Франция капитуляцию подписала, когда Германия ее заняла. Ну, это тоже красота. Ох. Но это сделано очень известным человеком, просто очень известным. Тут другие медальки, тут еще есть. Вот эти кубанские, песо, одно песо. Они не старые, но они очень дорогие, потому что выпуск их был очень низкий, тираж их был. Не всем по карманам. Ну, конечно, Микеланджело тоже обалдеть. Нарезка такая. И вот эта работа того же человека, как это, вот я их рядом могу положить. Вы поймете. Ну, кажется, как будто ребенок сделал, да? О, Триест. Я там был. Это рядом с хорватской границей, там, где Венеция, рядом там. Ну, посмотрите. Вот такие вещи платишь. Большие бабки. Это тоже обалденное с мостом. Мне там паровоз нравится, который дымит и едет, а? Просто обалдеть. А другая сторона еще лучше. Ну, это здесь Африка идет. Ну, такие верблюды красивые, да? И электрификация, типа. Ох, Йохан и Бабай, в Африке тоже поезда ходят. Ну, здесь патина просто. Уху-ху-ху, скушай нос называется. Да? Смотрим на другую сторону. 72-й год. Не мой год, но рядом. Ах, красота какая, а. Вот же, блядь. Вот же вот так вот разводило стоит. Ну, что-то телефон сказал. Так, пойдем. Масси. Я его Месси называю. В честь футболиста. Месси, а не Масси, блядь. Вот это одна из моих любимейших. Это тут вообще просто красота. Ну вот именно художник делал, да? Другая сторона у него плоская,
А вот это здесь. Как она красиво сделана, эта медаль. Так что, ну это вдоль дороги моей стоит. Просто так. Ну, мне нравится. Мне нравится. Очень нравится. Ну, мои две любимые вот эти. Это очень известный итальянский дизайнер. А это вообще сделано, как будто он в туннель входит, да? А думаешь, вот ребенок ее сделал, да? А нифига, ребята. Это искусство. Как свинюшка Пипа, блин, как будто она ее, блин, вырезала. Но это не свинюшка Пипа, это очень известный человек. Так что так. Вот это тоже красавица. Особенно, что она сделана в стиле, как бы сказать, вот в таком, что это как бы вот от поезда или от вагона, вот это вот колесо. Я бы дырку здесь еще бы сделал бы, блин, если я бы ее делал, я бы нахуй ее с дыркой сделал. Но ничего. А, видите, меняют колеса. Наверное, блин, в Россию собрались. В Бресте, блядь. Ну, добро пожаловать в Россию. В 45-м тоже вас до дома проводили. И в этом году проводим. Ну, вот керамики у меня еще никогда не было. Я ее получил в подарок, вот эту керамическую. У нее очень такие низкие номера интересные. Ну, хорошая вещь, наверное. А это уже не помню, как она выглядит. А, ну, все ясно. Ну, так она выглядит. Ну, старенькая такая, хорошая. В коробочке. Ну вот это меня сегодня убило. И самое интересное, что на ней все провинции Нидерландов стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь провинций. А вот, а восемь еще было. О, интересно. Да. И такой качок на ней. Вот я его могу, конечно, с этим сравнить. Но это вот начало ардеко, типа вот начало вот, ну это... 14-го года, да, 1900, это, конечно, ну, модерней, но все равно. Вот как резали раньше, а? Как красиво раньше резали. И вот это меня убивает. Лошадей обожаю, и вот эти вот две итальяшки. Ну, это просто классика. Самое интересное, это... Где я был? В Италии. Ну, что, был там. Да. Так что так. Маленькая коллекция. Остальное в банке лежит. В большом-большом сейфе.